на связи МК Баски. Сегодня мы продолжаем проходить игру Були, это 13-я часть. Сегодня мы тоже будем что-то интересненькое делать. На что посмотрим? Так, ну сейчас приедет уж быть вечер. Темнеет потихоньку, ехать куда-то, наверное, глупо. Ну давайте проедемся, покатаемся, посмотрим, сколько успеем в город. Все-таки. И пополняем какие-нибудь задания, если они будут ускакивать. Они будут ускакивать, я думаю, по-любому. Так что... А, узнаются модельки машин из GTA-шки. Из GTA-шки 3. Ну и только 3. Без проблем. Зачем убежать детишку на тут? Так, так что погнали, накажем какого-то паразита. Потушите мне. Снизу, забором. Окей. Все. Погнали. А, только так, ладно. Ну ладно, пробежимся. В чем проблема? По-моему, тут жмаканье не ускоряет его. Бла-бла-бла. Here you go. Cool, Jimmy, thanks. Кэш. Изи мани. Так, ну погнали. Ту миссию дальнюю выполним. Парк развлечений. Ладно, да, звучит глупо, но ладно, соберем краба собрать. Еще и на время. Весело. Окей. Где они? Резинка. Че? Че это за звуки были? Да, тут тоже можно плавать. Он не то мерзнете, не утонет. Но под воду нырять нельзя. Как той же, например. Сан-Андреас, мы все-таки играем не про это. И на ком. Хотя Сан-Андреас тоже начали на ком. Ну ладно. Сюда можно залезть. Там, по-моему, резинка есть. А, карточка. Ну, что-то типа баржа. Ну, типа. Еще одна. Деньги надо зарабатывать. Потом тратить это на одежду надо. Краб. Что-то у нас там есть карточка. А, защитка. Я уже обрадовался. I need to see my therapist. This what you're looking for? A friend in need is a friend indeed, friend. Какой-то странный чувак. А, ну может быть владелец ресторана, крабы ему нужны. Ну ладно, тогда снимает стоп. Какое-то странное задание было. Полуманическое. Там мы не вырубимся, а то... Там есть время, в котором мы должны уснуть. Мы аж на миссию отправляемся. Вот $1. Чё? Ты охренел? Ладно. Потом вернемся, а то я смотрю, там времени нам мало. Тут нельзя не спать долго, как в Сан-Андреаске, в той же пытажке. Тут, если вы долго будете не спать, то он вырубится. Как сдавили.
Паркур! Мы это надо делать. Та-та-та, блин, музон крутой. Блин, я сегодня тоже закрыл браузер. Ну ладно, если эти пилики не будут, то ничего страшного. Бла-бла-бла, ей так вообще выйду. Вообще в их так нельзя. Ладно. Просыпайтесь, просыпайтесь, чё спите. О, доступен секрет, доступен член пожарника. Надо 20 раз нажать на пожарную сигнализацию, тогда его вам дадут. Говорит, это чудо одежда так. Ну все, можно уже и не щелкать на нее. Ладно, погнали спать. Да-да-да, пожар, пожар. Бла-бла-бла. Ну сейчас уроки, по идее, будут. Ну тут погнали, на уроки провалим. You can't hide from the pain, Frank. You're pathetic. Why is my underwear all squishy? I've got hard times. You care well, snitch. I'm telling. Pants. Прям по шарам. Hey, punk. Watch it. Ellen. Да блин. Ай! Он все-таки ее нагнул. Ой-ой-ой. Но я не хотел этого делать. Ну просто так получилось. Не, на самом деле, мне очень стыдно и все. О, география. И географию я проваливать не буду, это будет интересно. Не, на самом деле, тут делаем много вещей, которые я бы ни в коем мере не одобряю и делать бы не стал. То, понимаете, это такая двойственная ситуация. С одной стороны, как-то и не можешь... Ай, не расслабляйся, я не знаю, не постебаться, с другой стороны, как-то весьма стыдно и печально, чтобы это делал. На самом деле, такого не сделать, не надо. Это глупо, тупо. Так. География. Ну, географию завалить не буду. Кстати, она полезная здесь в игре. А география один. Good day, everyone. I'm Mr. Matthews, your geography teacher. I know you're all enthusiastic. Ну, географию я знаю. Я все страны мира знаю. Я же, наверное, политолог. А, ну, Европа. Чего? Это не Франция? А, типа, не попали. Финляндия, Великобритания, Греция, Ирландия, Швеция, Норвегия, Италия, Румыния, Украина. Ай-яй-яй, устаревшие карты. Польша, Швейцария, Испания, Португалия, Дания. Это изи. Браво. Доступны шляпы и фильм башни. Нет, первые там будут поначалу даваться одежда, по-моему. А потом у вас будут или сразу. На карте не открыл, не отразилось ничего. Установки места сохранения, садовые гномы. А, транзистор, резинки, это первый урок ничего не дается, а потом будет открываться транзистор, резинки, карты и садовые гномы. Чтобы вам не мучить их, не искать. Ладно, подождем, что за второй урок у нас тут будет. А вот тут драчка еды начинается, не? Да-да-да. Да-да-да, начинается, я помню это. Трачка едой. Банан. Видел, ладно. Кстати, вот так вырубить можно. Куда ты убежал? You're just another player in this game.
two can play at this. Oh, no! Nobody get away from this place. You punked her on borrowed time. Yeah, move my. Ты что, охренела? А под носа может долбануть. Безумие. This is madness. This is bully. Bully. Ай. Стой. This is bully. Ты мне тебя же кидал. Окей. Не буду, не буду. Ладно. Математика. Математику тоже проваливать не буду. Ну просто некачественно, она не сложная здесь. Хотя некоторые раньше называли ее второй по сложности после грамматики, потому что грамматику дается мало время. Просто это я уже все помню с прошлых прохождений. Тогда там учился долго. Математика один. I hope everyone's ready to learn something. This isn't English class, you know. Действительно. Ну это просто они друг друга недолюбливают. До конца урока ответим максимальное число вопрос. Окей. 3 плюс 4, 7, 50 равно 6, 36, сколько треугольников? Раз, два, два, что меньше? Очевидно. 12 равно, что больше? Очевидно, что меньше. Тоже очевидно, 8 плюс 3, 11, 1, 2, 0, 5, что медленнее? Ну так, 120 это 3 на 40, 7 минус 5 равно 2, что быстрее? Ну, машина. 99 равно 11 на 9. 12 плюс 9. 35 равно 12, 24, 7 и 5. Что быстрее? Ну, ракета. 1, 2, 3, 4, 5. 0,5 на 34, 17. 9. Что быстрее? Гоночная. 0,5 равна 1,2. Что выше на пирамиды, очевидно. Что боль. А, цифра так. 79. 10. 24. Это у нас 19 на 2. О, все задания идеально. 100% результативность у нас с вами. Ну, задание сложное, несложное. Для мозга вот так приятно. Хотя, ну это первое, оно не сложно, там будет сложнее. Маска гения. Весело. Ладно, сегодня с уроком тут разобрались. Просто этих уроков у нас не было. Поехали в город. Вот не понял, сколько ты там километров на скейтборде. Надо проехать или нет? По-моему, надо. За это не будет красный уровень. Мать вашу. Я не хочу второй раз попасться. Я просто хотел велосипед взять. Да ладно тебе. Ну все нормально, сейчас полиция за нами будет гнаться. Предел школы покинем, будет полиция. По идее. Конечно. Все, все, полиция будет за нами гнаться. По идее. Ну успокойся, я просто скинул девку с велика. Ладно, купим билет. Сейчас сюда надо попасть. Так, тут есть игры, в которых нужно участвовать. Ну давайте, раз уж мы здесь. Тонко. Ай, ну я просто полапал ее. Ну чего вы такие злые все? Что с этим миром не так? Пофиг, я играю в кичет. Так, победит трех и выиграет. Альт, начать. Один тикет, я смотрю, там рука. И нам надо...
В общем, закидываем. А, не туда кидаем. Короче, слип. Бэби Айрен. Пролет. Надо три раза попасть. Ну давайте. Кстати, вот так вот можно сделать. А руку. Где дополнительный? Четыре билета. Кстати, него еще можно кинуть. Там, по-моему, нас выкинет сразу. А давайте проверим. Если с него кинуть, то нас за это штрафуют. Или нет? Ага, три раза попадаешь, с выкидывают отсюда. Прикольно. Ну, это изи. Не попадать. Ну, или при желании попадать. Ну, кстати, надо во всех аттракционах поучаствовать, это тоже важно для сюжета, поэтому во всех трех прокатимся, давайте, раз уж мы здесь. Ктулху в Тагнарлиер. А я Дагон, а я Гидра. Нет, а я Гидра, а я Ктулху, а я Дагон. Как это было в Калф Ктулху, кто не смотрел, посмотрите. Угу. Карточку получили. За это дают карточку. Так, тут мы ничего не пропустили. Вроде бы нет. По крайней мере, я это не наблюдаю. Так, внутрь мы не пойдем пока. Тут, по-моему, еще 3 или 4 игры, не считая аттракционов. А, вот есть такая тема. Тупо на удар. Дарь молотком так сильно, как тут можешь. Сколько? Максималка? И зимами. Так. Сплэш, сплэш. Вот и яблочко победишь. Да окей. Ну давайте попадем. А, ну это как та игра. Ничего сложного. На это же был расчет. Эти билеты потом можно обменивать у лавки на какие-то призы. Тир. В тире можно больше билетов выбить. Тут зависит от результата. Ага, стрелять по противникам по бутылкам. По звездочке. Нифига там. Сколько там надо? 400? 400 надо, 20 монет. Тут непривычно, но адаптироваться можно при желании. Отсылка к Red Dead Redemption. Угу. Какой степени. У нас, по-моему, не ограничено. А, время ограничено. Стрелять мы уже спокойно. Баба, главное не пострелить. Еще одни баба. Я же понимаю, там бордели, самому все дела, ну блин. У нас хоть очков 175. 400 очков тут хрен еще выбьешь, походу. Может, какой-нибудь мировой рекорд потом попоставим. Ай, ёб твою. Ай. Блин, вышло. Здесь 95. 5 билетов. Маловато, конечно. Ну, для первого закупа. Ладно, мы сюда все равно пришли не фармить эти штуки. Потом будем фармить. Там... А вот здесь мы не были. Американские горки. Покатимся. Мы потом их будем фармить, потому что там какой-то урок, по-моему, по фотографии мы пройдем. У нас будет удваиваться билет, который мы будем получать два раза. То есть не выгодно сейчас это делать.
Ну, прикольно для тех лет. Особенно если бы в 3D был бы еще. Вообще только. Слегка быстро, но неплохо. Камеры быстрее, они тут двигают. Ну, красиво, знаете, красиво. Даже сейчас посмотрю, красиво. Да, это было весело. Я полагаю. Так, тут мы были. На лошадке, по-моему, скакать нельзя. Ну это, наверное, нас не поняли. А, хишки. Там еще что-то есть. А, колесо обозрения. Чертово колесо. Это не надо. Оно не в ту сторону пошло, ну ладно. А, ну может так. А, ну да. Отлично. Ну прикольно. Что, проблема? Someone to loser. You think this how you get out? Oh, that reminds me. You got nothing. Did you ever wish you never grew up? You want some of this? Don't ever mess with me. That's all. Yeah, you've done it. That's embarrassing. Like that, right? Там у нас старт. А, ну сюда мы не отправимся, нам по сюжету пойдем. Тут у нас есть гонки на карте, но сейчас мы ими заниматься не будем. Ладно, давайте там миссию пройдем. Там предлагают пройти. Но это не совсем миссия. Мелкие обидки. No, I'm not okay. Look at this. It's just a garden gnome. No, it's not. It's an insult. It's a joke. It's demeaning. I mean, I'll happily have kids laugh at me or have grown men ask me to do bizarre things to them, but I will not have this. This is so degrading. Is there something I can do to help? Smash them. Smash them all. Old Bullwoodville's full of them. Please, I'll even pay you. Just make it stop hurting. Ну, троллит систему. Что каждый фигня кого-то оскорбляет. Ищи садок, гнобов и чужих по просьбе Брэнди. Окей. Ну пойдем с соревнования мажоров. Пройдем, если успеем. Опа, вот это заява. Унижали тебя. А что мне звук, а что мне звук пасло? Отвали, коп. Давай, давай, успехов. Догони. Очень много пончиков он сказал. Ну, понятно. Стереотип о копах. Кстати, тут еще можно так сделать. Хрен он остановился. Он не должен был это делать. That's not trash. You suck. You're and I thought this was gonna be a boring day. Just go away. Hey, you got some free time, baby? Oh, shimmy. Talk, talk. Shimmy, shimmy, shimmy. Give up now. Испытание мажоров. Ну давайте пройдем его. А, тут. Битва с мажорами. Okay. Give it to him! Come on! Hopkins, you're pathetic!
кого? Снег поставили. Рассечение. Чёрт, сдавайся. Хотим крови. Чуть-чуть остановились. Давай, 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 давай. Он сказал, что если мы бахируем, пусть можем попеть. Нокаут. И вы решили, да, что попеть нокаут? Еее, изи. Победа! Победа вместо обеда. Второй бой. Раунд один. Опс. Тут типа должны быть пожуще по идее. Тут тут жестко. Изи. Изи. Блин, чуть-чуть не добили. Ну ладно, сейчас добьем. Было бы круто в первом раунде положить. Да ладно. Два нокаута. Победа! По-моему, три или четыре бойца надо видеть. Пробивай его уже, давай. Смэш, смэш. Он уже не защищается. Красиво. Давай, давай, иди сюда. Скотина. Ай. Скотина. Нокаут. Победа. There's a little problem. Your parents have to be members of the board for you to be eligible. Tell you what, old chap, we'll give you that old abandoned beach house. Should be nice once you clean it up. Ну, дом тоже неплохо, конечно, не миллион долларов, но неплохо. Ну, что за дом? Успешно выполнил задание, ты заслужил пропуск в пляжный клуб. Теперь мы тоже там можем спать, сохраняться и прочее. Доступна новая точка сохранения. Ну, неплохо так. Консервативненько. Да, спортивную раздевалку. Теперь это так называется. На миссию не отправились, но тут еще для сюжета надо пройти просто индивидуальные бои. Вот давайте их тут пройдем. Где-то их можно провести. Машина, машина, да мне насрать. Или нельзя, наверное, потому что уже поздно.
dress appropriately. Если правильно. Ты можешь купить свитер Кватбери в магазине одежды старой Булгарской долины. А, вот начать бокс первый противник. Давайте пройдем это еще раз. Но это уже отдельно, тут просто победить по одному разу. Еще это надо, каждая победа увеличивает урон наносимый в ближнем бою, это актуально. Плюс, когда вы всех победите, это будет вам давать по 20 баксов за победу. Ну, это нужно для 100% прохождения игры, поэтому можно сделать это спокойно. Он какой-то жесткий. В тот раз он не таким лохом был. Чувак. Давай, давай, врубайся. Нокаут. В первом раунде в нокаут. Изи. Победа, ты получил дополнительную силу удара. Это круто. Жалко, что если ты то прошел соревнование, то не засчитывается. Второй противник. Сколько там? Три было, по-моему. Джастин Бибер. Давай, 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 в первом раунде. Вот круто. Еще одна доп. Сила удара. Третий противник. Паркер, Чимми. Сектор Паркер. Нет, это не рыб. Экшн Герилла. Скотина. Ай. Давай, давай, хорошо. Давай, тоже в первом раунде. Давай, давай. Да, отлично. Что-то победу один раунд в первом пошли, но это здорово. Пластинский удар, это круто. Там три, по-моему, было. А, есть еще и четвертый противник. Ну, это, наверное, самый жесткий. Не будет. По-моему, мы с ними дрались. Брайс, нет, по-моему, нет. Ну, ладно. Окей. Ну, не особо пожестче, но чувствуется уровень. Контрит успешно. Это гад. Скотина. Ай-яй-яй. Ну да, жестко. Блин, чуть-чуть не хватило. Ладно, щекну к ним. Давай, иди сюда. Да, Хопкинс проиграет, конечно же. Нокаут. Ну да, дополнительный силовый удар плюс. Бог случайно противник. А, все, мы прошли, теперь
можем. Надо было с разумным чуваку браться, драться и получить за это бабки по 20 баксов за победу. Ну, один раз просто выиграем, чтобы это было засчитано. И все. Давай, давай. А, ну как ты на изи. Ну это здорово. Ну ты противишь, как сегодня. Хотя бы последний, Кау. Победа, 20 баксов. Ну все, дальше. Это бесполезно делать. Там ничего нового не будет, просто будем получать по 20 баксов. Это нужно было для 100% прохождения игры. Изи Дракс. А, Рокстар пародирует логотип. Изи Дракс. Блин, закрыто. Какие наркотики. Я маркет. Кстати, другую ачивку давай сейчас. Выпьем. А, я не нажал. Здесь что, по-моему? Ну, это покупать не буду, западло. А вот это я куплю. Надо выбить ачивку чистую колу. Сейчас банк газировки, вкусная свежая. Там надо купить 100 штук, она станет бесплатной. Это первое, что надо для процентов. И второе, надо 500 штук купить. Но когда она уже стала бесплатной, это не проблема. Пипец. Доступный секрет, теперь газировка бесплатна. Извини, это просто модель. Мы все это скупили. А, ну конечно, когда она стала бесплатной. Че бы не это. Ладно, потом выбьем в другом магазине. Чисто кола. Теперь она бесплатная. Можно покупать ее на халяву. Угу. Ладно, часть пора заканчивать, была насыщенная. Не жалите. Так, нам что-то тут по-любому, наверное, я думаю, добавили. Так, что тут у нас появилось? Да, прохатри как белое. Че, еще не добавили? Ни перчаток, ничего. Ну ладно, допустим. Кто устал ложись в кровать до 2 часов ночи, начать отключиться на месте. Фи! Вырубается в 2 часа. Я говорил, сколько я могу часть. Больше часть видео пишу. Он бы тогда приохренел. Типа, эй, Томми, а слабо тебе плавать? А вас слабо тебе поплавать просто, ты же в Майами. Да пошел ты нахрен, сижи, а слабо тебе не жрать, сколько там, не жрать хотя бы неделю. Да слушайте, вообще лохи, говорит Джимми. Я могу делать и то, и другое. Так, Джимми, а ты можешь после 2 часов ночи спать? Ну ладно, убедили. Типа того. Так, а, сохраниться, мы же поспали, сохранку, наоборот, надо было сделать. Ну ладно. Не суть важно, сколько там уже... 19.97, это вообще уже 1/5 игры мы прошли, как-то быстро она идет. Ну это хорошо, там, ну вот эти мелкие проценты, которые долго выбивать, они будут убиваться долго. Сегодня у нас была игра насыщенная, пополняли миссии, подрались, ну в смысле, да, миссию одну взяли вот эту с гномами. Получили себе убежище, выиграли все соревнования по боксу, пофармили билеты, проценты, ну и весело провели время. На связи был МК Маск, мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующих видео на нашем сайте. Всем доброго, консервативного канала. Всем пока.